Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал в четверг к скорейшему формированию правительства национального согласия в Ливии. «Мы искренне надеемся, что договоренность о правительстве национального согласия может быть достигнута в ближайшие недели», — сказал он, выступая в Брюсселе перед послами Евросоюза. При этом Туск заявил о поддержке ЕС миссии спецпосланника генерального секретаря ООН Бернардино Леона. Накануне Леон высказал мнение, что политическое соглашение об урегулировании в Ливии может вступить в силу к 20 октября, если стороны переговоров придут к общему мнению по спорным вопросам. По словам Леона, подписание окончательного соглашения состоится, как только стороны переговоров придут к единому мнению по всем пунктам, включая приложение и список членов правительства. Спецпосланник ООН по Ливии пытается уговорить все ключевые политические силы Ливии сесть за стол переговоров и добиться согласования всех пунктов итогового соглашения по ливийскому внутреннему урегулированию, что позволит сформировать в стране правительство национального согласия и начать переходный процесс. Безвластием в стране активно пользуются различные незаконные вооруженные формирования и террористические группировки, значительно расширившие за последнее время свое влияние в Ливии. Эксперты говорят о том, что дальнейшее затягивание нормализации в Ливии приведет эту страну в ситуацию, схожую с той, что сложилось в Сирии и Ираке, где процветает исламское государство.